Ага, все снова заработало. Можем продолжать. Лабиринт. На клеечной бумаге нарисован лабиринт. Вот, в него вход в левом нижнем углу. Ну, вот тут идут эти самые. Соответственно, оси, да? А, давайте мы их обозначим вот такими. Мы цветными обозначим оси вот этими, а потом другим цветом будем наносить расшифровку лабиринта. Вот, вход. И дальше, значит, все стенки скрытые. Но в нескольких местах написано, сколько шагов до выхода. Например, отсюда 6, отсюда 10. Отсюда 21, отсюда 17 и отсюда 9. Вот. Нужно восстановить стенки лабиринта. Вот. Но давайте попробуем, так сказать, повосстанавливать их вместе. Попробуем их повосстанавливать, не глядя в решение. Не заглядывая в решение. Итак. Если отсюда 6, 6 до сюда, если совершить 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, до выхода. То есть 6 это, в общем, кратчайшая дорога. Здесь много кратчайших дорог. Может быть, вот так, вот так, вот так, вот так или вот так. Но в любом случае, кроме вот так, на кратчайшей дороге из шестерки стояла бы десятка. А тогда бы это было не 10, а гораздо меньше, 2. Поэтому на самом деле кратчайший выход из шестерки должен быть вот таким, и только таким. А по-другому пройти нельзя. Вот. Ну, а значит, десятка, да, из десятки как? Тут можно выйти, да? Если бы можно было выйти вот так или вот так, была бы уже не десятка, а меньше. И единственный вариант как бы для десятки, да, вообще, чтобы был выход, тут хотя бы в одном месте должен быть проход. Значит, соответственно, на самом деле, из десятки идет вот так, проходит через шестерку и идет вот так. То есть тут все вроде бы совершенно ясно. Нарисуем имеющуюся у нас, теперь понятно, где стену. Она вот такая. Ой! Только не такая, конечно. Сейчас, 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 сейчас. Конечно, не такая, а чуть-чуть короче. Как работает тряпка? Она посмотрит там. Тут надо что-то придумать. Покажи. Так. Опа. Так, ну сейчас надо восстановить, да, все? Да, у меня очень большие проблемы с этими новейшими системами. Очень плохо у меня с ними. Я совершенно не могу понять, как ими пользоваться. Так, ну попробуем все. Ой, 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 ой. Да, короче, вот так была шестерка на выход, шла. Десятка вот так идет. И мы уже знаем стену, то есть ясно, что десятка полностью стеной огорожена. Вот так нельзя, и вот так нельзя, и вот так нельзя, и вот так нельзя. То есть вот это уже стена лабиринта, мы ее знаем. Теперь дальше. Что значит, что отсюда 9? 9 отсюда, ну, в принципе, да, может быть любым из вот таких вариантов. Поэтому тут нам ничего нельзя, наверное, пока сделать вывод никакой нельзя. А вот что интересно, 21 интересная клетка. Всего 25, и отсюда 21. То есть кратчайший путь из 21. Да, мы сразу нарисуем здесь, понятно, иначе бы это не 21 было, а 3. Раз, два, три. То есть кратчайший путь из 21 должен быть устроен так, что он проходит через вообще все клетки вот этого вот узла. Ну, заход сюда, это же тупик, поэтому понятно, что сюда из 21 мы не пойдем, а значит минус эти 4 клетки. В общем, кратчайший красный путь из 21 должен идти по всем вообще клеткам. Это очень круто. Это означает, что он должен побывать здесь, в
каком-то месте своего кратчайшего пути он должен пройти через 17. Но в этот момент это означает, что из 17 оставшийся путь будет тоже кратчайший. Да? То есть, если из 21 в 17 мы попали через, например, не 4, а 6 разов, то из 17, да, оставшийся путь будет не 17, а 15, да? Потому что из 21 вся оставшаяся длина, она все клетки как бы покрывает. Да? И поэтому 17 должна появиться именно ровно из 4. То есть меньше не может, потому что просто нельзя из 21 до 17 добраться раньше, а больше нет, потому что тогда из 17 было бы не 17, а меньше. Поэтому мы точно знаем, что 21 будет проходить через 17, и я могу точно сказать, что я через эту клетку. Потому что иначе эту клетку никак нельзя посетить, если по-другому через 17. То как бы, что мы возвращаться, что ли, будем? Поэтому я могу уже точно сказать, что путь идет вот так. И дальше из 17 путь должен идти... Значит, дальше путь из 17 должен идти... Тоже по всем остальным клеткам, по всем остальным клеткам. Теперь, значит, теперь, если из девятки путь идет не вот так, а как-то вот так, или хотя бы вот так, то ясно, что вот этот кратчайший путь будет иметь с ним пересечение, и сюда уже не попадет. То есть из 17, вот из девятки мы как-то выходим. Путь отсюда проходит через те же клетки. Если бы этот путь шел мимо этой шестерки, то тогда мы бы эту шестерку отсюда и не попали. Мы бы раньше вышли, было бы меньше 21. Значит, из девятки путь обязан идти сюда. Обязательно. И тогда из 17 путь девятку, да, должен покрыть все остальные клетки. Единственный вариант без повторов, который здесь есть, это вот такой. Все. Ну и стенки восстанавливаются, очевидно, после этого. То есть, если пути мы уже знаем, то ясно, что если мы не можем скоротать больше никак, то вот так идет стенка, и вот так идет стенка. Все. Вот оно. Проверяем ответ. Проверяем ответик. Да, естественно, здесь я забыл поставить стенку, иначе бы мы сразу светили. Да, и после того, как я поставил здесь, где я забыл поставить, все правильно. Но мы еще доказали, что по-другому нельзя. Ну, такая вот прикольная задача, даже не знаю, такая зубодробительная в каком-то смысле. Так, этот возвратить, этот стереть, да? Можно просто новый лист открыть и на нем начать писать. Да. Еще можно не стирать, можно не стирать. Ну и давай получим стирать. Давайте его, да. Нет, да, бог с ним. Он же остался у нас на видосе. Я пока так. Если будет какая-то задача требовать больше, то я буду. Так, продолжаем, однако. Продолжаем. И эта задача была прикольная, мы ее разобрали. О, Ваня Ященко, автор. На доске написано числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30. Ну, я имею в виду все подряд до 30. За рубль можно отметить любое число. Если ты отметил какое-то число, бесплатно получаешь его делители и числа кратные ему, а также делители кратных чисел, кратные им и так далее. То есть, как бы, можно отметить дальше все, что есть делители и все, что есть кратные. За какое наименьшее число денег можно все отметить. Ну вот, что сразу бросается в глаза. Любое простое число между 15 и 30 не может появиться никак, кроме как за отдельную вот эту вот плату рубля. Потому что сверху оно не может прийти, потому что двойное кратное такого числа будет уже больше 30, а снизу не может, потому что оно простое, оно никому не кратное. То есть каждое такое простое может родиться только при оплате его. Значит, уже никуда не денешься, а все такие простые придется оплатить. Давайте посмотрим, сколько. 15, 16, 17, 19, 23, 29. К счастью, их 4. Иначе я не понимаю, как вообще можно было бы решить эту задачу. Итак, вот за эти простые числа придется заплатить по 1 рублю. И никак иначе. Ну, то есть, иначе было бы дороже. Там, я же видел уже ответ. Значит, вопрос.
Ну, понятно, что таким образом мы только эти простые получим, то есть еще один рубль точно придется потратить, чтобы остальные числа взять. Может и больше. Но на самом деле одного хватит. Одного хватит. Платим за двойку. И тем самым мы автоматически получаем все прочие числа следующим образом. Значит, любое число, которое меньше 15, при удвоении дает число больше 15. Значит, все числа меньше 15 получаются как, когда мы, ну, вместе с двойкой мы получим все четные числа. И потом, поделив их на 2, да, то есть получая делитель этих четных чисел, мы получим весь ряд от 1 до 15. Ну и еще к тому же мы получим 18, 20, 22, 24, там, 26, 28, 30. То есть мы вместе с двойкой мы получили все четные, а также все, которые являются делителями этих всех четных, то есть в частности уж точно все числа, ой, от 1, единицы нет, иначе бы мы ее отметили и зарубили, все. Значит, все числа до 15 мы получили, а также все четные. Какие нам осталось получить, какие еще непонятно. Так, 16, так, есть, так, 17, 18, 19, 20, 20, 21, непонятно как получить. Но, с другой стороны, ясно, получив двойку, мы получаем шестерку бесплатно. У шестерки делитель тройка, поэтому мы можем ее отметить. У тройки кратное 21, и мы его получили тоже. 22, 23, 24, 25. 25 та же процедура, вместе с двойкой идет десятка, вместе с десяткой идет пятерка. Вместе с пятеркой идет 25. Так, 26, 27, 27 тоже кратные тройки, тоже получили. 28 четные, 29 получено, 30 есть. Все, значит, итак, ответ за 5 рублей. И меньше нельзя, потому что меньше мы можем только эти 4 числа, или одно из них не попадает. А больше не надо, потому что за 5 рублей можно. Ну, возникает вопрос, а можно ли как-то иначе? Ну, вот эти 4 действия, они у нас стоят как однозначные. Вместо двойки, на самом деле, можно... Наверное, любое вообще другое число поставить. Мне кажется, да. Ну да, любое вообще можно заплатить за любое число. Потому что, ну, если оно меньше 15, то его удвоением и потом переходом к его делителю 2 мы получаем двойку и все готово. А если оно больше 15, то оно составное, потому что все простые здесь мы отметили, и один из его делителей уже меньше 15, и мы берем удвоение и берем двойку. То есть все. Как бы, отметив любое число так же, как двойку, мы можем восстановить все остальные. Поэтому ответ за 5 раз. И однозначность тут вот в этих 4. Блин, я что-то сделал, да? Ничего, да? А остальной выбор абсолютно произволен. Вот. Так, идем дальше. Никого еще не утомил, надеюсь. Давайте посмотрим еще на какие-нибудь веселые задачи из этого. Да, там есть супер задача. Это последняя, это просто супер. Но я ее отдельно буду разбирать. Отдельно, в третьем выпуске. Сверхзадача от Юры Маркелова. Вот. А пока давайте поглядим. Так, задачу про код. Миша сложил из кубиков код 3 на 3 на 3. Я не очень хочу разбирать. Я не понимаю, как ее разобрать. Я понимаю, как прочесть опубликованное решение и его понять. Ничего проще все равно сделать невозможно. Поэтому я ее пропускаю, сами берете этот же текст, который висит в интернете, да, и решаете, и разбираете. То есть там это как бы, это очень аккуратный разбор строго по тексту, поэтому это не очень интересно. Так, задача 5. В лесу живет 40 зверей, лисицы, волки, зайцы и барсуки. Ежегодно устраивают бал-маскарад. Каждый надевает маску животного другого вида. Причем 2 года подряд одну и ту же маску не носят. Значит, дальше есть данные по тому, что происходило год от года, и сколько было якобы волков, якобы лис, якобы зайцев и якобы барсуков. Вот. И нужно узнать, каких зверей больше всего в лесу. Значит, таблица такая. Волки, лисы, зайцы и барсуки, но это не настоящие, это они всамделишные. Это в масках этих зверей, это уже это, значит, принявшие волшебного эликсира звери начинают друг друга переодеваться. Вот, значит, и так у нас есть вот 3 подряд года, когда происходит бал-маскарад,
И мы только знаем, что мы знаем, что вот здесь было 28, а здесь мы знаем всю информацию 12, 10 и 25. Здесь знаем 15 и 15, а здесь знаем 15. Вот. Нужно как-то воспользоваться этой информацией, чтобы понять, кого больше всех. То есть вот как бы у нас есть некий кусок информации. Нам нужно понять, как им воспользоваться, чтобы понять, кого больше всех. Давайте подумаем. Подумаем логически. Ну вот, например, сколько волков? Волков мало, потому что в какой-то год волками выродилось 28 зверей. Значит, настоящих волков не больше, чем оставшиеся, потому что ни один волк не имеет права выреживаться волком. Так, может быть, это нам как-то поможет. Лис. Два раза подряд 10 и 25 было. 10 и 25 это означает, что так как два раза подряд нельзя надевать одну и ту же маску, то эти 10 лис, в кавычках, невсамделишных лис, с этими 25 невсамделишными лицами не пересекаются как множество. Это разные люди, разные звери надели здесь 10 масок лисы, здесь 25, значит лис оставшиеся 5 или еще меньше. Лис совсем мало. Сколько зайцев? Та же самая ситуация. Зайцев не больше, чем оставшиеся от 15 плюс 15, потому что эти зайцы в кавычках и эти зайцы в кавычках, они тоже не пересекаются по условию. Нельзя каждый год надевать одну и ту же маску. А значит, зайцев меньше равно 10. Но может это нам как-то поможет? Сколько это в сумме? 27. Значит, барсуков не меньше, чем все оставшиеся, и мы уже все знаем. То есть этих не больше 12, этих не больше 5, этих не больше 10, значит в сумме лис, зайцев и волков настоящих никак не больше 27. Значит, барсуков не меньше, чем оставшиеся 13. По крайней мере, вот те оставшиеся, да, значит, они должны быть барсуками. Ну а если не меньше 13, то 13 же больше всех трех этих чисел. Значит, мы действительно получили информацию, что барсуков больше всего. Прикольная задачка, да, такая прикольная. Чистая на логику абсолютно. Шестую я разбирать не хочу. Про сотовый телефон, от которого нужен пароль. А она очень длинная такая, как бы, тоже, ну, не хочу, ну, простите, не буду разбирать шестую задачу. Вот, поэтому я перейду сразу к седьмому классу. А, пожалуй, да, давайте седьмой класс будет отдельный выпуск. Вот, то есть будет, как выражается этот компьютер, остановить захват.